Друзья, сегодня у нас еще один видеообзор на систему нагрева табака SVK One Mini. Это младший брат SVK One Plus, на него мы уже делали обзор, постараюсь прикрепить здесь ссылочку. А вообще, хочу сразу же предупредить, как в любом моем ролике, что все-таки употребление табака является вредной, пагубной привычкой и ведет к нежелательным последствиям. Даже используя систему нагрева, вы все равно вредите своему здоровью. Будьте внимательны и отнеситесь к этому с осторожностью. Итак, что же у меня в руках? У меня в руках модель системы нагрева SVK One Mini. Цвет указан черный, вот кружочком. Такая вот плотненькая коробочка, как у любой модели SVK One Mini, ну и SVK One Plus. У них у всех вот такие вот подарочные, такие, ну, твердые коробочки, очень приятно держать в руке. Давайте же откроем все-таки, посмотрим, что внутри. Да, кстати, вот здесь вот ссылка, QR-код на поддержку в Telegram. Если вы приобрели данный аппарат на нашем маркетплейсе, и у вас возникли какие-то вопросы с работой этого устройства, вы всегда можете обратиться к нам в Telegram, и мы вам все расскажем и покажем, как правильно пользоваться данным устройством. Так, снимаем пленочку и смотрим, что же здесь внутри. Так, сразу же после того, как вы откроете, вы найдете вот такой QR-код. В этом QR-коде будет зашифрована инструкция, видеоинструкция, как правильно и грамотно пользоваться этим устройством, чтобы у вас не было проблем с его использованием. Обязательно посмотрите это видео. Эту ссылку вы найдете только если вы купите устройство в нашем интернет-магазине, там Валбрис, Алиэкспресс, Озон, неважно. И вот, смотрим само устройство. Вот так оно выглядит, пакетики. Вот такого размера. В принципе, по внешнему виду соответствует OnePlus. OnePlus будет только чуть повыше, Это устройство чуть покороче. Кнопочка такая же, крышечка такая же, дизайн такой же. Единственное, здесь черный матовый такой цвет, очень приятный на ощупь. Вот здесь такая внизу зеркальная поверхность отполированная. Вот, и что я хочу сказать. От OnePlus будет отличаться только лишь тем, что здесь будет батарейка чуть-чуть меньше, чем на OnePlus. А так, система такая же. Нагреватель клинок, быстрый равномерный нагрев. Управление одной кнопкой. И довольно неплохой девайс. Удобно лежит в руке. Для использования 10-15 стиков, если вас это устраивает и хватает на день, либо вы находитесь недалеко от зарядки, так как здесь находится разъем microUSB, можно его подзарядить и пользоваться дальше. Так, ну давайте же посмотрим, что здесь в комплекте. Комплект у них стандартный, ну еще раз пересмотрим. Вот такая инструкция, здесь русский язык, перевод, конечно, кривоватый, но разобраться можно. Плюс там у вас будет видеоинструкция, по которой можно легко разобраться. Вот такой маленький микрокабель, microUSB кабель для подзарядки, но лучше использовать свой. Здесь вот пачка палочек ватных, тонких таких, ну, можно использовать свои палочки. И вот такие вот сменные резиночки для замены под колпачком. Вот эти вот резиночки, если у вас износились, можете заменить и пользоваться дальше. Ну, гарантийный талон. Вот такая комплектация, ну, такая достойная. Достойная упаковка, достойное изделие. По мне, очень компактное, отличное и очень приятно лежит в руке. Я думаю, тем, кто купит его, нисколько не пожалеют. А вам спасибо, что я отвечу на ваши комментарии к этому видео. Также оставлю полные характеристики с описанием этого устройства под видео, плюс ссылочку на интернет-магазине, где можно его приобрести. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения, до свидания, пока-пока.